чё, кроме вас там кто-нибудь есть? Нет. Нет. Только мои боты. О, Варварлон. Алич. Варк украли. Я прыгаю куда-то в никуда. О, кстати, сегодня новость видели? Это, в Японии... PlayStation прекращает поставки PlayStation TV. Да-да-да. Че это вдруг? Ну... Была приставка, да нет приставки. У нас их, вон, по 2000 продают, и они там прекращают это. Ну, правильно, у нас не просто так и по 200 продают. Потому что нахер никому не сдавать. Хотя, блин, надо одно урвать. Вот я хотел, но денег нет. Не, а я хочу, но я... Я не буду. Я жлоб. Ну, да не, просто захватывать геймплей PSP-шки, как раз у нее вообще тема. Ай! Ой, ты дура. Блин. Да, с учетом, что половина игры с Vita там даже больше половины не работает, это нормально. Нет, там же есть эксплойт, который можно запускать, все. Эксплойт, кстати, там надо через... Да нет, там есть эксплойт, я не знаю, в курсе ты... После него запускаются любые эти... Ну, игры. Ну, опять же, учитывая там, что нет поддержки там тачпада и прочего. Зачем ты умираешь, скажи мне? Да так, по фану. Я заколебался за этим флагом бегать, его где вообще носит? Я не знаю. Да я опять умер. Да вообще карта дебильная. Вот это ядра. Мальчики. Я вас слушаю. Хватит играть в игрушки. Охо-хо. Они вас растляют. И еще это. Хватит купить. Э? Да. Скажи это Климу. Ах ты засранец. Климу. Да, он на самом деле похож на того, кто вообще бесперебодно просто в дотку рубашит. Он играет в доту и... Ну ладно. Больной человек, я вам скажу. Не, кстати, Хардстоун, я так ничего против Хардстоуна не имею. Я так, как помню, загружал топор. Интересно. Если, конечно, что планшет нормально тянул, было очень шикарно. Но, блин, все равно закипать такие вещи. А мой Nexus тянет. Ты что, тоже в Хардстоун играешь? Нет, играл одно время. Дети, ну мы вообще как, когда он только вышел с другом со школы, засели в него там, несколько дней поиграли, нам надоело. Потом я смотрю, что-то он вышел на планшике, я такой думаю, а чё бы и нет. Зашел пару каточек, поиграл и надоело. Ну вот смотри, вот ты у него не спрашивал, нет желания там поиграть в нормальные игры? Ну, для каждого нормальные игры свои. Понимаешь, он мне недавно говорит, вот, ну я там 3D-очку баю, он такой, начинает загонять, что это говно, вот у меня планшет, и я крутой. Вот да. Что ему вообще можно загонять? Вот да. Ну, людьми вообще бесполезно, на самом деле, что-то пытаться объяснять. Ну, вот. Ну и во что он на планшете-то играет? Да во всякие раннеры. Clash of Clans какой-нибудь. На самом деле, кстати, 3D-очка сейчас тоже не особо богата на новые релизы. Ну да. А ты знаешь, что я за убиванный сейчас? Серьезно? Да. Я в комнате не могу выйти. Короче, когда флаг доставляешь, дают выбор, за кого играть. Тебе скорее либо Вейдера, либо Императора дадут. Я отвечаю, я застрял в комнате. Чё за пипец? Откройте! Убиван еще автобег. Так, чё вам еще рассказать? Я вот брал с собой ДС-ку в Смоленск. ДС-ку? Да. О, и чё? Ни разу не включил. Молодец. Дядь, ты чё, блин, я только зареспился. У меня ещё прикол в том, что я все патроны отбиваю. Так что, вот так вот. Капец. Я даже не знаю, где твой флаг. У меня он... Я тебе, знаешь, что скажу, твои дроиды тупые идиоты. У меня, когда я первый флаг доставил, было ХП на один выстрел, я прям в них врезался, они в меня не стреляли.
Здорово. А на карте флаг не отображается никак? Отображается желтеньким. У меня ничего не отображается. Блин, ты уже 2 доставил, ну чё ты дела? Мне знаешь, что интересно, сколько мы... Какие у нас... сколько флагов нам надо? Как меня убили? Володь. Оу. Когда PS4 будешь брать? Очень не скоро. Наверное, когда прошьют нормально, тогда. Ну ты вообще. Не знаю, для меня пока Vita актуальная консоль, мне хватает. Да и на третьей Соньке у меня еще уйма игр, которые надо пройти. Смотри, подожди. Сейчас ты пройдешь Барду. Какую? Зачем? А, на Vita, ну, в смысле? На Vita, да. Ну да. А под... Годоварню вторую. Я что-то не прошел. Звезды PlayStation надо закончить. Samurai Warriors 4 надо закончить. Samurai Warriors, конечно, вообще. Ну, у нас разные вкусы. У меня просто друг как-то в школе показал эту игру, мне что-то понравилось, я прям проникся ею. Надо будет тоже, кстати, попробовать. У меня она есть как в трофее, потому что как-то когда тоже Коля там какие-то 2К же продавал, что-то вставил, попробовал, что-то глянул, блин, думаю, что-то убей тысячу китайцев, как-то странно. Ах ты засранец! Он мозг сломал. Ладно, братцы, я, короче, у меня батарейка уже садится, надо оставить на вечер еще. Ну давай, удачи. Ну давай, давай. Давайте там. В общем, я бегаю за желтой меткой, и я не понимаю, где она. Пропала. Я упал. Флаг у моего гранатометчика. Я за ним бегу. Чё-то как-то... такое. Ты не представляешь, какой онлайн был, когда все работало через OpenSpy. Эй, кто такой Дерский? Умри! О. Вот. Ой, у меня что-то музыка зависла. Нехорошо. О, еще и в баланки играешь. Да. Так, господи, где кто? Да, мне опять Оби-Вана дали. А ты чё? Я не знаю, мне просто дали Оби-Вана. Ай, молодец. А чё? У меня там появилось, типа, хотите сменить перцы, и что-то не сменился. Там влево-вправо надо было. Точнее, да. Влево. Влево, да, вправо, нет? А, блин, а я вправо нажал. Ой, дура. Не мечтал. Что-то обидно. Короче, бежал я от вас. Что-то боты резко жизненькие стали. Ай! Ай! Да чё ты? Блин, я этот джойстик маслом-то смазал, сейчас оно вытекает по чуть-чуть. Перемазал, походу. Перемазал. Ну хотя, вот стики ходят прям хорошо. Но чувствительность все равно ужасная. Ой. Ой, я своих завалил. Извиняйте. Так, я опять засел в комнате. Как мне выйти? Я не понимаю. Чё ж так сложно-то? Уи, я умею меч кидать.
Засрали. О, yes. Кого дали? Emperor, я не знаю, кстати. Ясно. Чё побегу? Нормально. Чё, иди сюда. Сразимся один на один. В смысле? И чё, я теперь его выбрать не могу? Меня просто убил твой снайпер. Окей, не, ну я вник. Я вник. Теперь можно играть. Я уже придумал название этого видоса. Оби-Ван подпольный. Я не знаю. Просто Оби-Ван подпольный. Окей. О, мне опять его дали. Аллилуйя. Да ё-моё, ты чё? Я чё, я ничего, это игра такая. Ну блин! Я убил чувака с флагом, там не убил. Я тебя видел там. Уходи. Просто уходи. Мне вообще пофиг, я своих гашу, не своих там. Вообще насрать. Просто как бешеный, туда-сюда. Не зря ж мне лазерный меч дали. Световой. Чё лазерный? Ну, световой, господи. Один четыре. Ясно. Виктори. Да иди ты. Я в топчике. Хо-хо-хо. Это все неправда. Да, да, конечно. И что теперь? Набу. Я на статах пишу. А, все нормально. А ты до этого в Battlefront вообще не играл? Вообще не играл. Ну ясно. А оно незаметно, да? Ну может там в первый, я не знаю, черт тебя знает. Не. Теперь я за дроид. Да я еще отгружаюсь, если что. Ну я пока твой флаг возьму. А, ну спасибо, да. Где? Куда? Блин, только ту карту более-менее запомнил, уже новая. Ну а ты как хотел. Ну так, изи, чтоб был. Ой, своего убил, не против. Я тут как ассасин по крышам бегаю. О. Бежим, 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 что-то стреляют. Что-то происходит. Я не стреляйте. Не надо стрелять. Просто не надо. Да. Я там так всех нагибал, а вы? Я, в общем, подбегу что-то. Какие-то странные боты выбивают у других ботов флаг и
и уходят. Как так надо? Убить, взять? Нет. Это слишком просто. Ой, ракетницу зря использовал. Хотя... Убежали. Не знаю, куда ли бегу вообще. Как-то довольно может помимо. Да ёкарный собак. Что тут вообще нагинают? Я вообще бегаю, что-то никого. Где война-то? Не знаю, тут у флага все тусуются, никто взять не может. Как? Охо-хо-хо. Блин, это вообще писечка осталась. Да? Так вот. Ах ты какой. Блин, надо бы вайскрин пачку искать. Не знаю, у меня телевизор все растягивает, и мне хорошо. Ну так он же 4 на 3 на 16 на 9 растягивает. Ну да. Ну. А это не очень. Ну, нормально, в принципе. Да беги ты, ну ё-моё. Давай, давай, дядь. Погоди, а когда мы успели флаг затащить? Подожди. Стоп. А, все, я понял. Тикс. О, Биван, погнали. За что? Я ж флаг доставил. Ой, что-то я тупик вбежал. Ничего бывает. Блин, так прикольно на самом деле. То что-то как-то не очень-то так прикольно. О, Force Power, как тебе знать? Блин, жесткий. Жесткий мужичок. Ну, какой-нибудь другого, кстати. Давайте. Блин, нафига я заперла было? Ну ладно. Как этот форс пуш его знать, мать его? Чего? Ну типа сила, это типа... Как там? Не помню, называется. Я знаю, что на L1 меч кидает. Окей, блин, у меня флаг спит. Да кто такой дерзкий? Сучка. Че, летать-то кто-нибудь будет, нет? Решает. Оооо. Погнали. Просто другой зачем? Сейчас порешаем. Засранец. Чё встали-то? А вот чё стоим? Это норма. Confederate flag stolen.
Блин, заубивать можно, но не вовремя, так как? Вот секунд уже. Ладно, тащить. Давай, 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 родимый. О каких 20 секундах идет речь? Да там, ну там же идет. Я чё с ним? Ну, отдыхают, видать, устали. Стали возле точки, куда парк нужен стоял. Ясно. Мне так клёвая тема. Почему мне не дают ни за кого играть? Наверное, ты не достаточно хорошо играешь. О, да. Ничего, ничего такой. Я не в топе. Ты убил минус 3 человека. Молодец. Где там флаги таскал со мной? Завоевание. У тебя русская версия, что ли? Чего? У тебя русская версия, что ли? Конечно. Обижаешь. Извините, извините. Несколько орудий, такие как Вуки Вовкастер, могут подзаряжаться, увеличивая дальность стрельбы, мощность или район прицеливания удерживания. Чего? Так, тебе из-за повстанцев. Я еще загружаюсь, не играет ни за кого. Насколько помню, Кашик — это где вуки живут. Да. Причем карта похожа очень на первый уровень Star Wars The Force Unleashed. Прям очень. Так. Будем за это идеально. Ну, зарезьте меня, пожалуйста. О, все, понеслась. А, я этот дурацкий класс выбрал, вот, блин. Лол, а чё рыбки летают? А чё? Кстати, довольно графинистая игрушка, по-моему. Ну так-то, да? Я играл еще Star Wars Battlefront, который на PSP был. Вот там графин... никакой. Просто никакой. Да кто хоть? Ё-моё! Степпер! Так, за кого тут еще как можно... Ну, давайте... Играть за Чубаку? Окей. Не беда. А тут нужно просто точки захватывать, да? Да. Ага. Ты гребаный штурмовик.
У меня вопрос, почему у Чебаки жизнь в виде джедайского меча? Тому, что? Почему бы нет? Логично. Эй, иди отсюда, уходи, 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 негодяй. А, нет! Я вообще точку захватил. Почти не считается. Я хоть эту себя не понимаю. На точках. Ну я тоже был на точках, только я что-то был один. Вонь. Вон. Давай, умирай, ты чё? Пацаны, кто-нибудь? Помощь? Не? Не? Ладно. У меня патроны кончились. О, хорош. Мне не остается ничего, кроме как умирать, потому что у меня нет патронов. Долго ты жил. Можно умереть. Да блин. Ох-охо. Ну блин, посираем. Пойду базы что ли возвращать? Да не надо ничего возвращать, просто стой на месте. Ох-охо. Теперь у меня точно все патроны кончились. Где респа, ребята, респа? Срочно. Зачем так жить? Меня мой убил. Это типа месть. Типа. Да. О, кататься можно? О, кататься можно! Все, жара. Такси, такси, вези, вези. Вот такая музыка. Отлично, погнали к следующей точке. I'm watching for you. Да нет, нет, нет! Блин, такой ты негодяй. Злодей. Фи просто. Вообще не творит. Давай, давай. Блин, смотрите на точку, а у вас три. Что такое? Ну, вот так вот. Ага. Мне это лист такой. Мне я ушел, мне чебаку дали. Мы летали, наши пальчики устали. Поехали. Чё ты, на. Ой, сейчас взорвусь, валим. Да чё ты
такой вообще? А им случайно. Все, сейчас будет жара. Чего? Что? Ты там охренел, алло? Чё? Чё, бью тебя. Да твою мать! А, все, ясненько. Меня без респится. Как нельзя? Типа базы нет, и нельзя респиться. Да? Класс, я тогда тут постою. Одна нейтральная. Пока до нее добежишь, полгода пройдет. Ну, можно сказать, я затащил. Нет. Это везение, короче. Виктори. И опять я в топчике. Эх, красота. Во, есть тут вайтскрин. В смысле есть? Есть патчик. Везет. А мне телевизор растягивает и пофиг. Чё, пошли Тони Хоука попробуем? Ну давай, чё бы и нет. О, Endgame Reset работает, что понял. Не надо во что-нибудь поиграть, что ли?